У жителей области появилась возможность обратиться ко временно исполняющему обязанности главы администрации области Александру Валерьевичу Никитину. Жалобы, просьбы, пожелания – все могут высказаться и попросить решения наболевшей проблемы. Одна из особенностей ресурса – возможность оценить работу органов власти. Для этого разработан специальный механизм проставления оценок по пятибалльной шкале. Повышается ответственность руководителей за соблюдение сроков и качества рассмотрения поступающих обращений. Возрастает ответственность и заявителей. Нужно будет обязательно указать личные данные. Кроме того, в закрытом доступе можно сообщить о фактах коррупции, незаконной торговли алкоголем, жестокого обращения с детьми, социального сиротства. В таком же режиме имеется возможность направить для рассмотрения свой инвестиционный проект. Сайт отличает бегущая новостная строка и информация о важных событиях региона. Появилось обращение и от жителей города Рассказово. Проживающие по улице Ярмарочной просят помочь в решении вопроса по ремонту дороги.